Ансамбль ветеранов «Беломорцы», солисты коллектива Беломорской военно-морской базы и Архангельская хоровая капелла. Эти и другие артисты стали участниками большого концерта, что прошел в центре «Патриот». На сцене регионального центра «Патриот» – вокалисты и творческие коллективы из Архангельска и Северодвинска. Главный инициатор проведения концерта в поддержку участников специальной военной операции – общественная организация «Ветераны Северного флота». Безусловно, это очень важный момент сегодня, потому что есть возможность для наших людей выразить вот те чувства, которые их переполняют, оказать еще раз, показать поддержку нашим воинам, их семьям. В зале и представители губернаторского центра Архангельской области. Он ежемесячно собирает гуманитарную помощь для военнослужащих и их семей. На его базе организована горячая линия психологической поддержки. Все без исключения получают консультации. Помощь оказывает региональный актив Комитета семей воинов Отечества. Только в декабре прошлого года благотворительный фонд «Победа за нами» отправил из Архангельска свыше 36 тонн гуманитарной помощи. Нашу работу заметили, пригласили меня возглавить комитет воинов Отечества. Мы оказываем психологическую и юридическую помощь на базе губернаторского центра Архангельской области. Можем помогать продуктами питания семьям. Патриотический концерт «За Россию» в очередной раз стал местом встречи активной молодежи, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов и ветеранов. Виктория Воронцова, Евгений Зыков, Регион 29.